Самые спортивные студенты Казанского федерального университета собрались в Униксе. Каждый внутри своей команды должен пройти отборочный этап. Необходимо сдать нормы ГТО. Цель фестиваля – отобрать лучших студентов для участия в республиканских соревнованиях. Это в основном у нас члены сборных команд университета по различным видам спорта, то есть подготовленные студенты. И вот мы проводим такой отборочный тур для того, чтобы сформировать команду, которая будет защищать честь нашего университета на республиканском фестивале комплекса ГТО среди вузов. На сегодняшнем отборочном соревновании более 100 заинтересованных студентов разных факультетов. Будет сформулирована команда из 12 человек. Из них 6 девушек и столько же юношей. Многие из ребят с 3 лет неразлучны со спортом. На вопрос, как вы можете оценить свою физическую подготовку, девушки 7-й команды отвечают так. Мне кажется, больше среднего, но... Начнем с того, что мы и так просто спортсмены, мы всегда готовы, поэтому, я не знаю, не могу сказать, что мы тут всех выиграем, но тоже рассчитываем на какую-то победу. Отборочные соревнования проводятся по 4 нормативам конкурса ГТО. Среди них прыжки, гибкость, отжимания. Республиканские соревнования будут проходить 1 октября в Поволжской академии физической культуры и спорта. Диана Янтимирова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.